Всем огромнейший привет. Суши-роллы. Самогоночка. Там вон орешки. Кедровые. Так, сейчас сразу же мы себе нальем. Так что я так... Блин, вот эти вот орехи, конечно, выпали мне прям в рюмку. Сейчас я ее достану. Вот она. Самогонка домашняя. 40-градусная, 40-процентная. Бутылка неизменная. Давайте один сперва я сюда поставлю. Я разбавила водой, чтобы он слишком соленый, и положила туда уже васаби. Давайте этот попробуем. Там крабовая палка, по-моему, и огурец. Вот эта шапочка еще. Настя уже все в роллы забрала у меня. Унаги соусом полито. Вкусненькие. Ну, давайте. Давайте, друзья. За наше здоровье. Берегите себя. Какой? Что? У меня вообще Лёша не любитель роллов. Но он с Настей сейчас там в комнате трескают. Ты, говорит, алкашка. Сам алкаш. Ничего-ничего. Я летом постебусь над ним. Ничего-ничего. Сказали, что вот этот вкусный. Давайте попробуем его. Там что вообще? Непонятно. А ты соус взяла, Настя? Да. Вкусняшка. Прикинь, я даже губы не накрасила. Ох, нет, нет. Как у вас дела? Как настроение? Васаби не размешивается. Ну что, между первой и второй. Сейчас как Инка Судакова накидаюсь. О, зажгло. Какое наслаждение. Жизнь прекрасна. Меня уже вставило по шарам. Я всегда запивала. Всю жизнь. Так, давайте попробуем эту. Филадельфия, это фигня. Такая шапочка прекрасная. Нет.
хомячат вдвоем. Они очень вкусные. Это все та же моя любимая доставка. Ухты суши. Как один раз попробовал у них, так теперь и заказываю. Яблоко взяла. Вообще хотела сегодня лимон купить, забыла. Ребят, сегодня ровно год моей прекрасной счастливой жизни. Год. Вот эти орехи сейчас будут падать. Я уже, блядь, сижу, окосела. Я достаю вилочкой. Кедровые шишки, орешки. На-на-най. Самогонка очень вкусная. Самогонка очень вкусная. Тут с огурцом филька. Филька с огурчиком. Угу. Да, короче, еще хотела торт купить, но в нашем магазине обычно они есть. Он привозит свежие торты, но сегодня их не было. Блядь. Две выпила рюмки, я уже все. Меня просили обсудить канал Кейт Яп. Может быть, кто смотрел? Американская девушка с аудиторией больше 1 000 000 подписчиков. Последнее видео выложено было больше года назад, где она ела, ну, она обычно ела морепродукты на своих видео. А последнее видео теряла зубы. Вот, и после этого видео, короче, она пропала. Много было теорий, что ее похитили, что ее удерживают, заставляют есть на камеру, короче, на этом зарабатывают деньги. Я считаю, это все херня полная. Я вообще смотрела вчера, посмотрела ролики, что она сотрудник ресторана какого-то там, ну, где-то она работает. И ела она так быстро. Ну, возможно, да, у нее булимия. Человек больной. Человека что-то с пищеварением. То, что она ела всегда, да, в этой маске, и постоянно куда-то там смотрела быстрее-быстрее все это съесть. Может быть, она воровала эту еду? Это бы сложилось как бы мое впечатление, мое мнение. Надеюсь, вы меня слышите, потому что я говорю тихо, чтобы меня никто не слышал. Терпеть не могу снимать, когда кто-то дома. Тем более вот сейчас вот. Вот, я считаю, что человек, ну, она... забросила канал, потому что у нее очень-очень серьезные проблемы со здоровьем. Просто серьезные. Последнее вот это вот видео, где она теряла зубы, у нее к этой к руке привязана зубная щетка, короче. Вызывает рвоту после еды. Мне так близко вот это вот стоит, мне прям мешает. Руки не поставить. Вот. И, соответственно, она забросила этот канал, потому что, может быть, начала лечиться. И как бы, ну, за своим здоровьем, может быть... Слушайте, а может быть, ее вообще уже нет в живых? Я не знаю. Правда. Это такая сказка. Это такая загадка. Сколько ее обсуждали. Какие-то доводы приводили. А что, типа, там у нее в субтитры она пишет, когда «Souls Help», там, какая-то азбука Морзе, там, ну, фигня это все. Вот эту вот плямбочку. Блин, вкусная самогонка. Реально, девки.
Я пила самогон. Может быть, один раз. Один раз в жизни. Вот у меня шишечки. Это как графином сделано, но это бутылка. Графин с подводки. Там открываешь бутылку. И просто запах тебя убивает намертво. Ты падаешь и все. От одной вони вот самогона. Это приятно. Она очень крепкая. Семки застревают. Она вкусная. Наташа, если ты меня смотришь, молодцы. Я знаю, что ты меня посмотришь. Муж у тебя молодец, вкусная, вкусная самогонка. Возможно, еще закажу. Я сказала, у нее 6 литров, я уже рассказывала. Хочу поговорить, короче. Ребят, а вы что, блин, вообще гоните, что ли, девки? Что вы делите-то между собой? Ангелина, Ирина. Сейчас шары залью и начну тут вещать. Вот этот очень вкусный. А я, короче, хочу сказать одно. Девки, не ссорьтесь, что вы делите? Это YouTube, это интернет. Тут каждый у всех все слизывает, понимаете? Ангелиночка, я знаю, ты меня посмотришь, не знаю. На перемотках или на быстрое, может, ты услышишь. Ну ты же ведь тоже у Иринки слезала про кота в ванне. И я слезала. Иришка мне вчера написала в Инстаграм. Уже поздно было, но я прочитала сегодня. Я ей ответила там. У каждого человека есть свои недостатки. У каждого. Мы не идеальны. Нету идеальных людей. Ну, блин. Мы слезали у нее тоже этот контент. Этот ролик, ну, как не контент, а идею. Подачу. Видео с котом. Кот в ванне. Но она же нам слова не сказала. Я... Вчера, да, я снимала видео про эту Ленс Лайф. Как она меня уже достала, это тут, если честно. Что-то она у нас с уст с наших не сходит. Я про нее тоже рассказывала на канале. Но я как бы не посвятила все видео именно этому каналу. Просто рассказала. А Иришу, ну, попросили. Я знаю, кто попросил, она мне сказала. Попросили высказать свое мнение. Она просто его высказала. Видимо, потому что этот человек, который попросил ее, увидел наше с тобой, Ангелин, видео. Вот и все. Всем же интересно про мнение послушать. Конечно, я не на чьей стороне, я вообще нейтрал. А я ни нашим, ни вашим, короче. Я... Ну, просто девчонки, блин. Давайте не ссориться. И вот в баню поотправляли друг друга. Ну, зачем? Чё делить-то? Чё делить? Это пиздец просто, блядь. Я вчера прочитала, вот, ну, Ангелин комментарий. Насчет палочек. Ну, человек не может. Она вилку-то еле держит в руках. Ну, про палочки я вообще молчу. Как бы не надо так. Это некрасиво. У меня живот уже.
Девки, я не хочу ни с кем вообще, вообще ругаться с вами. И хочу сказать еще про Иришу. Темы про Бога, да, они мне вообще не заходят. Вообще никак. Честно, смотрю на скорости видео, Ириш, твои, если тема идет про Бога, там еще какие-то темы, ну, такие. Это правда. Мне не нравится такая тематика видео. Каждый свое, остается как бы при своей вере, при своем. У каждого своя человека, ну, у каждого человека своя вера. Каждый решает сам, что он ждет от жизни вообще, и что его ждет после смерти, как он, может быть, молится. Я в Бога верю. Я не крещенный человек, но в Бога я верю. У меня своя вера, свое вот это вот мировоззрение, короче, как бы. Я не хожу по церквям вообще. Я, может быть, раза три в своей жизни была в церкви, и то это вот это вот кольцо я купила, когда, ну, было дело, короче, в том году, позатом почти. Не в том, позатом. Я купила там кольцо в церкви. Это освященное кольцо церковное. Господи, спаси и сохрани. Ну, тут написано на нем. Это серебряное церковное серебро, серебро. Серебро, серебро. Что, уже съели? Молодцы. Вот. Ну, как бы, девки, блядь, ну не ссорьтесь, что делить-то, ну я не понимаю вообще. Ютуб. Блядь, каждую... Я сейчас тоже вот посмотрю ролики чьи-нибудь, тоже буду слизывать, дети, чё? Ну и чё такого? Ёб твою мать. Было бы чё делить, господи. Тут надо как-то помочь, помогать, ну, девки, помогать друг другу, вылезти, вылезти. А не сидеть и топить друг друга. Я понимаю, не... Ну, допустим, да, человек раскрутился. Ваше здоровье, ребят. Бля, какая крепкая хуйня. Сейчас я скажу свое мнение, блядь, по этому поводу. Походу, видео сегодня будет долгим. Человек раскрутился на канале, допустим, у него хотя бы 10 тысяч подписчиков. Блин. Возьмем это так. И что? Это сейчас к Ирине я обращаюсь. Ириш, ну ты же знала, куда ты шла. Это YouTube. Тут на каждом канале свои хейтеры сидят. Никогда не будет у тебя на канале того, что тебе все будут писать комплименты. И только все хорошее. Везде будет хейтер. А как мы знаем, хейтеры продвигают канал. Но без них никуда. Хейтеры даже звезд продвигают, понимаете? Если по состоянию здоровья, как ты говоришь, у тебя нервоза, еще что-то, зачем ты создала YouTube-канал? Для чего? Это нервы, это нервотрепка. Это постоянно у тебя будет такая херня. Тебе постоянно кто-то все равно будет писать гадость. Всегда это будет. И это будет. Не без этого. Найдется все равно такая мразь. Везде своя мразь сидит. На каждом канале, Гриш, на каждом канале. Но ты относись к этому проще. Я тебе это сегодня написала в Инстаграме. Девки, я что, ваш... Ну, блядь. Ну, давайте, короче, пизду. Сейчас я воды себе налью. Вот она налила хоть. А то выжрала уже всю воду. А Кейт, про Кейт Яб я сказала. Она, скорее всего, просто лечит свою... свой желудок, который она изуродовала, испоганила сама. Ничего там такого криминального нету. Ну-с. Я не знаю, я потом видео посмотрю, посмотрю, сколько я выпила стопок уже. Вообще обещала, блядь, 3 рюмки выпить. 3.
Смотрю, вчера были у всех роллы. После моего, кстати, видео, которое я выпустила с курицей, от меня кто-то отписался. Пару человек. Да и хуй бы с ними, вообще, знаете. Я, когда начала вести свой канал, я еще, может быть, на что-то надеялась, на какую-то там монетизацию, еще на что-то. А сейчас я вижу, что это просто очень тяжело. Она, может быть, когда-нибудь будет. Но это очень тяжело. А сейчас я снимаю, потому что мне нравится читать комментарии. Мне нравится, что меня кто-то смотрит. Не только в России, но и в других странах. Украина, Казахстан, Грузия меня смотрит. Беларусь. Это вообще круто. Это, блядь, вообще классно. Ну-ка, мне надо вот это вот сожрать. Интересно, это можно мне жрать? Бля, какая горькая, острая. Какой-то трэш. Я смотрю аналитику, кто меня смотрит. Меня смотрят от 13 и старше 60. Люди меня смотрят. И это прикольно. Это круто. Кто скажет, вот. Сделала пересадку, прошел год, начала шары заливать. Нет, ребят. Это вот это. Рюмочка красивая. Это рюмка, это не стопка. Я общалась с врачами. Я читала, что алкоголь употреблять можно, но очень дорогой. А это свое. Вообще, это свое домашнее. И это лучше, чем химоза с магазина, даже за 1000 рублей. Врачи не запрещают пить алкоголь. Даже есть статьи на эту тему, можете загуглить. После трансплантации почки алкоголь можно ли пить? И не надо мне писать в комментариях всякую хуйню. Блядь, что сожрать? Вот это сожру. Что я ничего не берегу и начала тут это. Нет, нет, это не так. Я, друзья мои, знаю, что я делаю. Мне не 15 лет. Блядь, уже 23 минуты нет. Мукбанг. А было бы у меня 1000 подписчиков, я бы стрим замутила. Было бы веселее. Но так как у меня нет 1000 подписчиков, мне и мне с этим нормально. Будем радоваться жизни. Кстати, рыба резиновая. Ай, бля, жуется. Не как резина. Ее жуешь, жуешь. Но она даже не соленая. Она резиновая. Кстати, что в этом роли? Я хотела вам устроить Кузькину мать. Какая Кузькина мать, блядь? Я же шутила. Сыр, палка и огурец. А здесь? Блядь, какой он скользкий, как сопля. Короче, я не знаю, что здесь. Но он очень вкусный тоже. Прикольный. Ой, ребята. Как это все вкусно и классно. Была бы Ангелинка, мы бы сейчас с ней вместе. Как бы бахнули бы. Рюмки купила в этом фикс-прайсе. Одна рюмка стоит 55 рублей. Она прикольная. Красивая. Да, конечно же, я столько не выпью.
Я-то думала, что так сама эта инка от самогона быстро накидалась. Ну, сука, крепкий. Ой, девки, девки, наше здоровье. И знаете, есть такая пословица. Кто вот борется за место под солнцем, да, на Ютубе сейчас. Есть такая пословица. Нежели богато, нехуй начинать. Был ты всю жизнь нищим, блядь, нищебродом. Ты нищебродом и останешься. Водка по сравнению с ней. Я, короче, водку последний раз пила, ребят, в том году, на Новый год. Шары залила, дай бож. Не помню себя, блядь. Но это не сравнится с водкой. А сейчас пойду к сестре в гости. Потому что я не хочу сидеть дома. Тихо, я вообще не люблю, блядь, снимать, пиздец. Когда кто-то дома. Не люблю. Я не могу раскрепоститься, не могу расслабиться. Я снимаю скованно. Была бы хотя бы дверь на кухне, блядь. Еще хотела о чем-то поговорить с вами. Я не знаю, будет ли вообще это видео смотреть. Оно очень будет длинным. Ну, уже 27 минут. Мне надо как-то его еще сегодня выложить. Сейчас пойду я к сестре в гости. Бля, пиздец. Я разбавила этот самый водой соевый соус, потому что он очень соленый. Ровно год моей счастливой жизни. Дай бог еще 30 лет прожить с ней, с почкой. Не хочу больше на диализ. Ой. Вот это я напоролась. Вот этот горчит, кстати, ролл. Это семейка, кстати. Lennox Live. Это просто трэш. Галимый трэш на камеру. Это все наиграно. Все делается специально. У них за 3 дня с таким трэшем пришло 500 подписчиков. За 3 дня, когда я посмотрела ролик, когда Ангелина выпустила видео, да, свое, у них было 3850 подписчиков. Когда вчера зашла, у них уже 4000 подписчиков. 50, а, подожди, какие 500? Это 50 человек. Подожди. 3850 и 4, блядь. 150 человек пришло за 3 дня. Блядь, нихуево, да? Трешануть. Трешовать я не умею. Если бы надо, если бы я была умная Маша, я бы создала канал 5 лет назад, в 2016 году. И вот тогда бы, да, я бы трешовала. Будь здоров, спасибо большое. Потому что было жестко. Было весело, интересно. А сейчас нет.
Сейчас я больше домашний человек. У меня, блядь, семья. Я что, ёбнутая, что ли? Ходить, блядь, трешевать. Что, фрик, что ли? Я не фрик. Я мукбангер. Что-то, короче, еще одну выпиваю, и все. И на этом все. Только без костей. Блядь, кость упала. Еще одна. Да вы что, гоните, что ли? Кости, блядь. Уже две, блядь, вытащил. Я же не буду, блядь, с костями пить. Орешки. Это не кости, это орешки. Кости, блядь. Блядь, я синяя сижу вообще в хлам. Че, кончился твой мультик? Такое говно этот имбирь. Как его вообще едят? Я раньше ела с роллами. Это просто говно. Он очень острый. Да. Скучно получилось сегодня, блядь. Не хотела я сегодня вообще. Вообще люблю снимать одна. Компот наварила яблочный. Хотела тортик. Не получилось нихуя у меня, блядь. Полная бламинго. Насвинячила тут. Сейчас этот ролл сожру. Тут, короче, знаете что? Короче, это бекон, какая-то шапка, сыр и перец красный болгарский. Пока у меня руки свободные. Здесь, по-моему, зашибись, да? Сижу, снимаю, видео-то кончилось. Прервалось. А что случилось? Почему? Память, наверное, кончилась. Ладно. Все, ребят, спасибо большое, что побыли сегодня со мной. Спасибо, что Наталья, Ангелина поздравили меня сегодня в WhatsApp. Это было очень-очень-очень-очень-очень приятно. Ребятки, дай вам Бог всем здоровья, любви, счастья. Берегите себя. Всем пока.